на атаке. Диц, пауза, шикарный бросок. И Тимур Белялов не позволяет ЦСКА сократить отставание в счете. Как же здорово сейчас Диц убрал Лукоянова. Но не сумел завершить игровой эпизод взятием ворот. Акцентированным бросок, по-моему, не получился. Но давайте посмотрим еще раз повнимательнее. Вот паузу убрал. Не получился, но так она чуть свалилась с крюка. Такая бабочка полетела. Ну, конечно, пауза, движение было великолепное. Вот еще раз, смотрите, замах. Центр убирает. И здесь бросает. Но такая полетела шайба. Не так, как хотел Даррен. Я так думаю, что хотел над ловушкой Белялову бросить, да? Ну и она чуть свалилась, все равно такой бабочкой полетела. Но опять же, вот мы сегодня особенно Белялову бросать, когда потеряется, как что он выкатывается по-братски.